Сэм, скажи мне, если захочешь улучшить что-то в самолете. Что беспилотники? Эй, Фишер! На нас очень злые в Бенгази. Мы должны пообещать, что Кобин вернется живым. От него есть польза? Да он меня достал уже. Он как заноза в заднице, но его знания нам пригодятся. Будь на связи. Кстати, Сэм, захочешь улучшить самолет, обращайся. Здесь большой простор для творчества. Thank you.
Коммерсант отмечает рекордный спрос на ряд товаров. Я вообще-то спал! Слыхал о Женевской конвенции? У меня есть права! Да неужели? Можешь позвонить адвокату, если есть откуда. Как там у нас дела с разведкой? Пока пытаюсь обойти защиту спутника. Дай мне пару минут. Простите, что отвлекаю. Президент сообщает, 3 отряда Девгру на готове. Спасибо, Оли. Пусть ждут приказа. Знаешь что, дай сюда. Отсюда на мой счет поступили деньги. Электронный перевод. Ну, выяснили местоположение 4-го пункта. Как раз прослеживаем. Перевод пришел из Миравы, восток Ирака. Грим, у меня нет изображений. Все, получила. Вытяни время через спутник нацразведки. Это крупнейший из тех 4 лагерей. Надежно защищен. Слушайте. Похоже, клиент Кобина в Мираве. Выдвигаемся немедленно. Чарли, спутник на тебе. Отследи каждого человека, каждый ствол и транспорт. Даже мальчишку с водяным пистолетом. Понял. Брикс, готовь беспилотник. Есть. Грим, свяжись с Девгру. Нужно атаковать все 4 цели одновременно. Мы не успеем подготовиться, Сэм. Как только будем на месте, я высаживаюсь. Ты пойдешь один? Ничего личного, но в Бенгази у нас были проблемы. Ты заберешь меня на вертушке. Меня не спрашивали, но... эти парни еще те ублюдки, так? Почему бы тогда не шарахнуть в них чем-нибудь ядреным? Ты прав. Тебя не спрашивали. Нам нужны данные, а не горы трупов. Увести его. Погнали! Я просто... Ладно. Там повсюду противник. Дым и камеры липучки дезориентируют их и дадут тебе контроль над ситуацией. Парашют раскрылся. Брикс, можешь по-тихому убрать противника? Расчищаю путь. Брикс, можешь по-тихому убрать противника? Расчищаю путь. Готов. Он труп. Я попал. Противник мертв. Идти дальше. Отлично, Брикс. Спасибо. Грим, я на месте. Выдвигаюсь.
тепловизор засек группу противника. Они в доме вверх по течению. Чарли, дай данные разведки. Нам нужен клиент Кобина, пока не нашли меня. Я тебе выслал трикоптер с базовым распознаванием лиц. Лучше того, что было с Бенхиром. На порядок лучше. Подберись на 50 метров к цели, запускай и готов. Маршрут и противник. Не попадайся им на глаза. Спасибо. فکر می‌کنی آمریکایی‌ها دارن میان؟ البته که دارم. جدید گفتم. نگفت. فکر می‌کنی واسه حمله آماده ای؟ می‌دونیم که دارم. وضعیت دفاع ما خوبه. کامیون، تفنگ، همه چی. البته که ما آماده ایم. فکر می‌کنی امکانات ما کافی باشه؟ چرا همش این سوالا رو میپرسی؟ اگه فهم میکنیم آماده نیستیم برو، بدون تو حال ما بهتره. فقط میخواستم نظرتو بدونم. بکنم وقتی جنگ شروع بشه تو بری قایم شی. خوشحالی؟ نه؟ خوبه. С твоей позиции удобно запустить трикоптер. Запускаю. Так, Сэм, подведи трикоптер ближе, чтобы удалось сравнить голос. Качество не то? Что значит не то? Ах ты! Вот черт! Бери! Слушай, Сэм, говорят, распознавание по лицу надежнее. Сэм, вижу на беспилотнике несколько вариантов входа в здание. نمیتونم سبکنم تا آمریکایی بیان اینجا. مراقب باشی آرزو میکنی. ممکنه سرت بیاد. فکر میکنی آمریکایی بتونن جلو ما بایستن؟ اونا اگه ارن کلوف در امکانات خوبی هم دارن. تو بی خودی نگرد. انگیزه ما مقدس هست. توفنگای ما قدیمی هن و مثل آمریکایی هواپیمای بدون سرنشین نداره. اگه بخوایم از اینجا دفاع کنیم فقط به چشم باز و خشاب پر نیاز داریم. امیدوارم اینطور باشن وگرنه به مشکل برمیخوریم. باید کمی ایمان داشته باشی. پیروزی با ماست. بله، ایمان. البته مهم ماست.
Привет тебе от Кобина. Эй, подожди секунду. Нет, стой, сука. Я из МИ-6. Три года под прикрытием, а ты все запорол! Код доступа, живо! 7, 5, 7, браво! Виктор 9, Оскар 9, 8! Ты ее сломал, ублюдок! Грим, ты слышала? Да, Сэм. Эй, кто тебя послал? ЦРУ? Этот код устарел, нужен снимок сетчатки. Где твой командир? Ну же, говори и идем! Он перед тобой. Что ты делаешь? Ты спятил! Его зовут Джадид Хаидас. Он и правда из МИ-6 был. 5 лет назад его вышвырнули как двойного агента. Может, хватит, Джадид? Черный список. Говори. А, чертовы янки! Строите из себя ковбоев! Говори. Ты опоздал. Сэм. Крупная передача данных из поселка поблизости. Что ты затеял? Все давно затеяно. Осталось исполнить. Засеки место. Передача идет с крупного узла связи где-то в верхнем поселке. Ищи большой ретранслятор. Давайте туда беспилотник. Хватит с меня сюрпризов. Каков план атаки, Сэм? Заберусь отсюда. Готовь вертолет к эвакуации и жди. Хорошо. Сэм, командир Дельты, вышел на связь. Паладин, вымпел на связи, прием. Паладин на связи. Доложить обстановку. Прием. В зоне операции многочисленный противник. Пехота и транспорт. Я под огнем. Прием. Укрепление, слаженные контратаки. Короче, полная жопа. Прием. Думаешь, они знали о наших планах? Прием. Так точно. Ничего, зададим им перца. Выбил отбой. Я под мостом, который ведет к деревне. Сэм, вижу на мосту движение. Сейчас
ترار و تخت سنگ میره بهتر از منه چی بگیم؟ اونجا سنگ میده چیزی غیر از سنگ نیست به نظرم باید راه دیگه این کاری دیگه پیدا کنه راه دیگه ای نیست نمیذاری فرار کنه Похоже, инженеры укрылись от наблюдения с воздуха в подземных туннелях. Подтверждаю информацию. Там повсюду следы раскопок. Слежу за передачей данных. Сигнал идет из сектора, в котором боевики организовали лагерь.
послышалось. В других группах есть какие-нибудь вести? Нет. Скорее всего, глушат радиопередачи на время операции. О, славное местечко. Похоже, инженеры давно выставили местных жителей в зашей. Как думаешь, кто-то из местных знал о пункте 0? В Гуаме я фарси не слышал. Инженеры не знают границ. Здесь мог быть кто угодно. Сэм, там всего несколько бойцов. Похоже, остальные на оборонительной позиции. Они что-то охраняют. Значит, я уже близко. بهتره که آماده باشی. بعدا با هماهنگ میکنم.
Я сейчас точно над этим узлом связи. Чарли, передача продолжается? Все так же. Какой-то сумасшедший алгоритм шифровки. Мне нужно минут 5-10, чтобы понять, что они передают. Все. Мы не можем больше ждать. Брикс, поднимай вертушку. Взлетаю. Еще пару минут. Здесь, похоже, была бойня. Видимо, дрон. Удар был нанесен, правда, уже давно. Сейчас я все проверю. Что ты видишь? Место для пыток. Здесь казнили солдата. Мигель Гарсия, крыло 36. Он из Лос-Анджелеса. 23 года. Пропал после Гуама. За что его? На камеру. Боже, так вот что они пересылали. Я вырубаю. Запись еще идет. Отследите. Есть. Они забыли планшет. Не бойся. Я знаю, зачем ты здесь. Веришь или нет? Я был в твоей шкуре до битвы. За мир я сражался. За страну. Не надо. Прошу. Я просто хочу домой. И я этого хочу. Чтобы вы все вернулись домой. Но ваша... страна... они не хотят слушать. У меня сын. Ему 2 года. Нет. Я верю, что... один человек... может изменить будущее. А ты веришь? Я да. И я думаю, это мог бы быть ты. Ты можешь изменить мир. Став ему примером. Нет! Я говорил не с ним, друг мой. Я говорил с тобой. Это что, угроза? Это не угроза, а послание. Инженеры кого-то ждали. Чарли, ты засек сигнал? Пока еще нет. Сэм, это ты включил дрон? Нет. Его кто-то взламывает. Вот зачем сзади тянул. Это ловушка. Уходи, живо! Я цел. Вертолет сюда! Живо! Там слишком жарко, я там не сяду. Сэм, они стреляют. Использую крюк! Извлеки из него все, что сможешь. Не вопрос. Готовь вертушку. Починим на ходу, чтобы было быстрее. Сэм. Инженеры всегда были впереди. Единственная зацепка, а в результате лишь угроза. Брикс уже как следует допросил Кобина. Кобин слишком глуп для такой ловушки. Но слишком умен, чтобы подставлять нас так. Согласна.
и его данные подтверждались другими. Инженеры ловко отправили нас по ложному пути. И мы вышли прямо на минное поле. Надеюсь, Девгру нашли хоть что-то. Им давно пора вернуться. Чарли следит за ними. Чарли? Чарли? Остальные. В тех лагерях все погибли, выжил только ты. Инженеры знали, что власти снимут с себя ответственность. Для того и сделали запись. А потом пустили в прямой эфир. Сэм, мы извлекли из планшета кое-чьи данные. Мы знаем главу террористов. Быстро вы. Это было просто. Даже слишком. Как будто он хотел, чтобы его нашли. Думаю, так и есть. Он издевается. Зато мы знаем, кто он. Маджид Садик. Бывший агент Ми-6. Вот как он узнал, что все будут искать. И как это ускорить. Госпожа президент. Рада вас видеть, мистер Фишер. Мои соболезнования. Мы знаем, кто нам нужен. Маджид Садик. За инженерами стоит он. Мы направим вам все отчеты. Спасибо. Но поможет ли нам это остановить угрозу? Нет, только косвенно. Вот новые данные из вашего офиса. Ваши люди подозревают, что Даллас следующая цель? Да, а наши силы и так рассредоточены по 5 другим городам. Лучший способ защитить Даллас – поручить 4-му эшелону предотвратить атаку. Успеете это сделать? Считайте, сделали. Сделаем.